Тебе знакомо чувство, когда ты вроде бы как идешь, вроде бы как действуешь, вроде бы как все необходимое делаешь, да, радуешься, визуализируешь, позитивно мыслишь и так далее, но что-то не так происходит, что-то все не то, и вроде все прекрасно, все хорошо, но перед тобой стоит какой-то прозрачный щит, который не дает пробить вот эту вот стену. Ты видишь цель, ты видишь, ты действуешь, ты вдохновлен, воодушевлен, но тебя что-то не пускает. А возможно, что-то с твоим здоровьем или в отношениях. Вроде бы как все хорошо, но с другой стороны не все хорошо, что-то не так все равно. Причина этому могут быть ограничивающие убеждения. Именно те установки, которые не дают нам двигаться полноценно, которые не дают нас чувствовать себя свободно и легко, которые не дают быстро достигать желаемое. И я приглашаю вас на офлайн мастер-класс, на котором мы будем выявлять и прорабатывать эти ограничивающие убеждения и установки и пробивать эту стеклянную стену. Встреча состоится 22 февраля в 17 часов по Европе в Белостоке. Добро пожаловать! Будем вместе улучшать качество нашей жизни.